пришел отряд МЧС Самары, и он направлен сегодня в Озинский район на границе с Казахстаном. Большая Волга пришла, работа организована круглосуточно, без остановок, прям автомобили меняются водители на погрузчиках. 19 единиц техники специально поставлены Министерством обороны. Они сосредоточены будут в Питерском районе, самая тяжелая обстановка в Новоузенском районе. Тоже туда в ночь уже два таких мощных, две техники придут уже в Новоузенский район. Соответственно, завтра дополнительно большие тракторы, бульдозеры будут передислоцированы тоже в эти районы. То есть охват практически по всей области. На сегодняшний день оставалось 70 дорог закрытыми до малых населенных пунктов. Задача поставлена, чтобы завтрашним днем, 30 числа, все дороги расчистить. Вот такая задача стоит перед главами муниципальных образований и перед региональным штабом по чрезвычайным ситуациям.